страшноцапных горах стоит цитадель, окруженная густым лесом. Здесь веками обитала ужасная династия волков. Это моя мама, Олимпия де Вольфенберг. Ты что, даже не знал свою маму? Том, собирайся, а? Нам туда. Что? В страну волков? Ни за что на свете. В нашем отеле гостям не пристало ходить нагишом, уважаемый. Это жуткая дыра. Есть твой дом? Ваш косой. А ну поставьте моего друга на место. Ловите презент, мадемуазель Скарлетт. Добро пожаловать в Вольфенберг, друзья. Вы здесь на фестиваль плотоядения? Что еще за фестиваль? Для плотоядных. Позвольте представить Людовика де Вольфенберга. Людовик! Людовик! Это ему на один зуб. Сожрет в один присест. Ну-ка, ну-ка, дорогуша, собирайтесь, нам пора. Я же говорила, с волками жить, по-волчьи выть. Пока ты строишь из себя волка, я едва лапы унес. А вы кто? Капитан Энн, освободительная армия. Бежим, серый волкоотряд. Бегите в лес, здесь оставаться опасно. Вперед, в атаку! Хочешь, покажу один волчий трюк? Странно. Раньше после этого всегда появлялась луна. А ты неотразим. Обычно получалось.